Еще больше интересного, любопытного, важного. Еще больше вашего доверия. Вашего доверия. 10 и 11 апреля в Сургуте состоялся окружной научно-практический семинар «Актуальные вопросы диагностики и лечения кожи». Участие в нем приняли специалисты в области дерматологии Югры. Анна Максимова продолжит. Сегодня мы будем говорить о проблеме акне и у подростков, и у взрослых. И говорить о тех подходах, которые приняты во всем мире и в нашей стране. С начала апреля в нашем округе проводится акция «Здоровая кожа», в рамках которой будут проведены открытые уроки и лекции в учебных заведениях региона. Сургутские специалисты оказывают методическую и практическую помощь дерматовенерологам и косметологам из других городов Югры, предоставляя необходимую литературу и методические материалы. В Сургуте регулярно проводят обучающие семинары и научно-практические конференции. Я хочу сказать, что закончится она 20 мая проведением дерматоскопической диагностики дня меланомы. Это всемирная акция такая, в которой мы тоже участвуем с 2010 года. И мы завершим ее дерматоскопической диагностикой с целью профилактики онкологических раковых заболеваний кожи. С докладами по вопросам современного подхода к уходу за проблемной кожей, профилактике и ранней диагностике злокачественных новообразований кожи выступили ученые-практики Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска и Югры. Уровень семинара, собравший такое количество специалистов-дерматовенерологов и косметологов, свидетельствует о профессионализме и научно-практическом потенциале специалистов округа и Сургута в частности. Анна Максимова, Денис Зонов, Сургут, Интерновости. Смотрите программу «В центре событий» каждый день на телеканалах «Сургутинтерновости» плюс СТС, ТВ3, ТВ-центр. Достоверная информация из первых рук. Злободневные проблемы и пути решения. Резонансные происшествия. Программа «В центре событий» каждый день.